Приветики! Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы посмотрим творчество наших добрых подписчиков. Свои работы вы можете выкладывать по ссылкам, указанным в описании, поэтому не забываем заглядывать. Итак, перейдем к авторским мемам. Что бы ты загуглил первым делом, если бы очнулся в 2080 году? Bad Hard Place снял свой пакет с головы? Да, когда-нибудь. Верить в привидений, в плоскую землю, в гороскопы, и что Никита снимет пакет с головы. Так, ну тут без комментариев. Мне просто страшно. Какая-то тетка с ножом и какие-то детишки. Мне кажется, они сумасшедшие. Па-па-па! Ты хочешь сказать папа? Пакет сними, Никита! Блин, мне было страшно. А сказки, в которые все верили в детстве. Как комарик укусит. Это Дед Мороз подарки дарит. Детей аист приносит. Я сниму пакет. Когда Никиту почти заставили снять пакет. Но что-то помешало. Да, бывает. Сейчас мы узнаем, кто под этим пакетом. Ты шо такое? Ну да, мы все-таки сняли пакет и дошли до этой стадии. А теперь перейдем к рисункам наших подписчиков, которые, кстати, оказались весьма неплохими, и сейчас мы вам их продемонстрируем. Ну, это, судя по всему, у нас живица. Интересно, неплохо. Ну, очень многие рисовали жрицы. Вот еще вариант тоже. Те, кто играет в Identity, они, я думаю, в курсе, что это за персонаж и что он умеет. А это у нас доктор. Тот самый доктор. Ну, только не Айболит. Давайте-ка дальше посмотрим. Ну, здесь карикатуры тоже, я так понимаю, относящиеся к какой-то игре, но не могу сказать, я не совсем понял. А вот у нас персонажи Identity. Может быть, и тот тоже будет, потому что один художник рисовал. А вот вообще прикольная работа, тоже по Identity. Не знаю, нашел в группе у себя, кто-то из ребят присылал. Ну и вот чье-то свободное творчество. А почему бы и нет? Творчество хорошо в любом виде, независимо от того, по какой теме ты рисуешь рисунок. А это у нас Reaper. Как правило, один из самых любимых маньяков игроков. Ну, а это рисунок автора Dark Crow. Достаточно прикольный человек-пакет. Мне очень нравится, мне понравилось. Я даже на аватарку поставил ВКонтакте. Вжух, и стола нет. Стол сломан. Это рисунок от того же самого художника. Тут у нас пати из двух масок. Два блатных пацана с раздвоением личности. Ну и снова пошли мемасики. Почему бы и нет? Мемы — это круто, это прикольно и смешно. Давайте-ка поглядим. Стрим по Identity 5. Да, у нас там появился добавочный префикс 16+, и как-то стало интересно. Я боюсь собак, она тебя не обидит. Стрима не будет. Прикольно. Когда узнал, что друг не смотрит Никиту. Ничтожество. Блин, прикольно. Когда пришли на стрим 16+. Блин, я с этого мема орал очень долго. Он реально смешной. А когда Никита запустил стрим, через 5 минут вроде стрим еще работает. Стрим опять приостановился. Как же меня это достало? Да, у нас были проблемы со стримами, поэтому появился этот мем. Никита начинает стрим, и тут он обрывается. Ну да, бывает, устройство не резиновое. А это, можно сказать, мой собственный мем. Я его тоже решил добавить в список. Почему бы и нет? Я тоже местами творческий человек. Это Маркус с пакетом на голове. Никита, почему ты пропускаешь уроки? Ну, как сказать, почему?
Потому что мне похуй, так что заткнись. А во второй раз у тебя не выйдет сбежать. Теперь мы точно узнаем, что у тебя под этой маской. Ребят, какого хуя? Действительно, ребят, какого хуя? Я тоже не понял. Вот такое вот неплохое творчество наших ребят. Не забываем присылать свои работы. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, друзья.